поплывем к просторам Антарктики, навстречу дикой природе. Вот это уже достойно. Людей в трюм и приготовься к моему отступлению. Ха-ха! Страшитесь могучего и бесстрашного кота в сапогах! Смотрите, эти ничтожные пираты украли наш парус. Прекрасная рыба. Я в раю. Светлая идея тут спрятаться.
Андале! Андале! Защищайся, как мужчина! Можешь или сказать им, что уступил сильнейшему. Отправляемся в обратный путь. Стойте и трепещите! Не видать вам моего корабля. О чем это он? Представления не имею. Займетесь им или мне поучаствовать? Хороший мальчик. Стас, плыви огр с катертью, дорожка. Будьте вы прокляты за то, что отняли у нас такое сокровище. 1,5 фута под килем. Я до сих пор не понимаю, о чем он говорит.
У нас много дел, кот, поехали. Я буду скучать по тебе, Шрек. Да ведь я мигом вернусь. Нет, я... А это не может подождать моего возвращения? Нет, я... Ну и что это? Еще разок? Шрек, я... Что? О, ну неужели ты не понял, Шрек? Ты станешь папой! Санта-Мария! Поскольку Шрек отправился в транспорт, принц Чарминг тут же составил хитроумный план мщения Шреку, принцессе Фионе и одной служанке, которая неожиданно сочла его не вполне прекрасным. Решившись захватить трон, принц Чарминг созвал всех воров королевства и пообещал им все, о чем они мечтали. И отвертки для всех! Или возможность жить-поживать, да добра наживать, которую мы так давно заслужили. После этого принц Чарминг отправил злую королеву, капитана Крюка, Стромболи и их приспешников захватить 39-е королевство. А мне нравится отвертка.